Доброго времени суток, наши уважаемые радиослушатели. Вас снова приветствует Радио Сейнт. Ваш покорный слуга Сейнт Советник. Как вы уже успели, наверное, заметить, появился вступительный ролик на канале. Этим я обязан человеку, который присоединился к нам буквально недавно, пару дней назад, в нашу группу, так сказать, на Xbox One, в нашу группу Saint. Это сейчас Saint Sun 57X1. Зовут его Лёша. Женат. Как я понял, счастливо. Есть ребенок. Все дела. Ну, не буду всю историю рассказывать. Просто это... Я его попросил сделать какую-нибудь заставку, видюшку какую-нибудь. Ну, в принципе, как бы простенькую, чтобы выглядело неплохо, там, все дела, короче. И вот он целый день, короче, сидел и мутил видюхи, а я там критиковал, то не так, это не так, того не хватает. И как бы сошлись на том, что он скачает там какой-нибудь... левую заставку, короче, и замутит там какую-нибудь видюху из нее. Ну и так и сделали. Но я не знаю, сколько он часов, короче, просидел, чтобы это все сделать. Может, часов много, скажем так. Ну, спасибо ему, конечно, огромное за это. Вот, и трейлер на сам канал он тоже сделал. Тоже классно получился. Там с Witcher'а игрушки. Так, ну теперь дальше по игре. Решил записать тут немножко, ну, минут 15, наверное, Trials Fusion. Блин, прикольно, конечно, тут. В самом начале решил пострадать фигней, короче. Красануться. Ну да. Получилось как всегда. Там что-то падал. Старался. Так, еще осталось, в принципе. Это мне пацанчик ее одолжил. Игру. Дал мне свой профиль. А саму игру я куплю, чтобы она моя была. Думаю. Завтра. Плюс еще, думаю, Season Pass возьму. Я немножко поиграл так. Блин, игра просто бомба. Графика шикарная. Все так чистенько, блин. Супер вообще. Как бы кто эту игру любил на 360-м, здесь вообще будет писаться кипятком. Я как бы не очень там профессионал был, как видно. По этому видео в 360 там не сильно, конечно, зажигал, но как бы есть немного во что-нибудь другое поиграть, кроме как стрелялки и гонки всякие на машинах. Тут есть и простые мотоциклы, и квадроциклы есть, и даже я видел велосипед. А то что я думаю, такой злой был, потому что у меня велосипеда не было. А тут вон, на тебе такое счастье привалило. Карты тут, конечно, тоже обалденные. Надо как-нибудь потом мультиплеер записать. Я еще не сувался никуда. Сейчас тут немного карт попрохожу. Саму карьеру. Потом могу записать, наверное, каких-нибудь 20-30 минут, блин, одного камня на сложном уровне, если буду кататься, как я туда буду запрыгивать по полдня. Это еще повезло, что тут, по-моему, полчаса дается на всю карту максимально. Блин, смотрел недавно трансляцию, но сегодня, короче, люди там показывали
повторения, короче, чьи-то, кто-то там ездил. Блин, вообще капец. Они там, эти хардкорные трассы, короче, они проходят их за минуту-полторы. Вообще обалдеть, там что-то там прыгают, что-то колесом там туда-сюда, короче. Какое-то сальто там мутят, блин, чтоб просто так не прыгать, а тупо какое-то сальто крутанули там туда-сюда, блин. Так выглядит просто, блин. А сейчас я тут, блин, на горку нормально забраться не могу. Они там, блин, на 90 градусов, блин, поднимаются вообще без проблем. Ну, я думаю, если так к ней приноровиться, можно чуть-чуть получше поиграть. Но с ними, конечно же, соревноваться там смысла нет. У них, наверное, какая-то специальная версия, какая-нибудь там задрот эдишн. Там просто, конечно, нереальные трюки они творят. Ну, а так с друзьями, которые как бы не сильно в ней шарят, можно поиграть. Играют, в принципе, ну, если они играют на таком же уровне, как и вы. Типа, тоже там из серии Лошара эдишн. То будет, думаю, интересно. Там на велике против какого-нибудь квадроцикла погонять. Кошмару орёт, конечно. Мама меня, что-то не замечал. Так, что там у нас еще? А, это, кстати, сейчас я 9 медалей заработал. Сейчас какой-то, по-моему, новый модус откроется. А, не, еще нет. Или чё? Что-то я не пойму. Не, по-моему, еще не открылся. Вон тут я, конечно, отжёг на этой трассе. Кошмар. Почти что первый из друзей пришел. Чуть-чуть не хватило. Я заметил, что как бы за пару дней на канале появилось еще плюс 4 подписчика. Очень радует. Вы там, если что, пишите там, какие игры хотите посмотреть, там, допустим. Там у меня из игр. Сейчас посмотрю, что есть. В принципе, все есть. Так. Сейчас посмотрим. Так, Trials Fusion, Titanfall, Kinect Sport Travels. Не буду показывать, что там, как обезьяна прыгать буду. Что-то неохота мне. Я, конечно, не толстый. Фигура нормальная. Стандартный вариант. Так, что там, Forza 5. Plants vs. Zombies. Battlefield. Кифф я недавно удалил. Ну, вора, короче. Metal Gear. Call of Duty. Ну, Call of Duty я онлайн не играю, потому что, блин, она меня бесит. Могу максимально там зверушек погонять. Если что, их могу записать, кому интересно. Assassin's Creed. Rise. Dead Rising. Marvel. Lego Super Heroes эти какие-то. Locust Cycle. Так, Tomb Raider я говорил, не говорил, не помню. Так, Co Tycoon, Power Star Golf, Max, Killer Instinct, Rayman Legends и Halo. Что-то, Spartan Assault. Ну вот, в принципе, пока что вот эти игры есть. Кому что интересно, как бы, можете там что-нибудь сказать. Могу попробовать записать и добавить пару своих комментариев. Так. Тоже такая красивая трасса. О, клюнул, блин, носом. Это со старта решил сальто не крутить.
А то уже как-то смешно получается, который раз подряд башкой клюнул. Так чисто проехался. Тут есть также, как и в тех Trials, можно самому карты делать. Я даже пытаться не буду, потому что там вообще мне не шарю. Там мне начнут там говорить, сделай то, сделай это, блин, сидишь там полдня, блин, какую-нибудь карту делаешь. Получается какое-нибудь говно, что даже ездить противно. Я лучше уже на готовенькое, так сказать, пройдусь. А да, ну в принципе это, по-моему, новые уровни идут. Так, тут где-то была, короче, трасса, где нельзя было вообще как бы стиком шевелить. А вот она. А, вот, да, вот эта вот, короче, трасса. Нельзя стиком шевелить, чтобы он, короче, положение не менял своего тела. Ну, я вот пробовал, короче, что-нибудь такое. Вроде там медленно старался, там немного побыстрее, еще что-то. Блин, пока приноровишься там, конечно. Там определенное количество метров, короче, надо проехать на золото. Тоже капец, блин. О, понесся. Ну, по-моему, тоже сейчас ушатаюсь где-то. Чё-то там не доехал. А, он перевесил, блин. Шлем, походу, блин, кирпичи-то у нас ували. Старался как мог. Вообще. Надо было немного помедленнее проехаться, ну да ладно. Золото взял, хватает. А не, вот новое. Да, что-то я, блин, не туда. Так, ну это сейчас, по-моему, будет тренировочная, короче, там что-то какие-то сальто тренировать надо будет. Люди вон спать уже пошли, короче, я тут сижу, комментарии записываю, делать нихер. Я, кстати, ну, тень. Если бы это было все на трассах, так легко. Ну, вот, в принципе, и все. Спасибо за просмотр. Всем удачного дня.